Всем привет, друзья! С вами Ева, Евия, это, разумеется, я. Мы продолжаем играть в Die Young. Это серия, где мы должны с вами все-таки обнаружить, куда нам идти относительно... Вот сюда, по-моему, нужно бежать. То есть я сейчас выбегаю и иду в какую, получается, сторону? Ага, направо, то есть выбегаю и бегу направо, потому что нам нужно найти домик у моря, и я так понимаю, он где-то здесь находится. Мы можем на документах, конечно же, еще раз проверить. Ферма и куда-то там направо, если бежать. В правую сторону, потому что домик у моря — это единственное место, которое мы с вами еще не проверили по нашему квесту, где нам нужно отмечать различного рода локации. То есть мы были уже и на ферме, мы были уже и на разрушенных руинах, и... Подожди, нет, направо тоже руины, значит, я должна бежать в какую-то ту сторону. Да. Не в ту сторону завернула, не в ту сторону разогналась. Все не в ту сторону. Не туда колдую, не тот дурак. Но вот это уже будет сложнее, на самом деле, потому что здесь рядом ходит мужик с косой. Если дровосек у нас пару раз появился и исчез в никуда, в никудышной никудошечке, то человек с косой не отстает. Человек с косой всегда на страже. Угу, я вижу там источник воды. У меня есть с собой фляга, так что я не хочу забираться наверх так долго, лезть и карабкаться просто лишь для того, чтобы набрать еще одну флягу воды, которой у меня нет. Одна единственная так заполнена доверху. Ага, ага, ништяки. Буду собирать их все, потому что, как видите, в один прекрасный... О! Домик, домик, домик. По-моему, то, что мне нужно. Потому что в один прекрасный момент оно... начинает мне быть необходимо, потому что мне надо... Отлично, хаос, бич. Квест выполнен. Вы посмотрите на эту чайку. Собачарня. Еще бы чуть-чуть, и, возможно, я бы разбилась. Так, отлично, костер — это то, что я искала. Давай, с разбегу. Нам не привыкать. Великолепно. Все. Ух. Осталось обследовать только лишь домик, и все, и считай, готово. На карте мы нарисовали, конечно же. Ага, конечно же, House of the Beach. И вот здесь, к сожалению, ничего нет. То есть, по-моему, тут у нас как раз вышка, а здесь той обрыв. Могли бы уж хоть что-нибудь придумать. Итак, наверное, перепрыгнуть можно. Ну, точняк, красавчик. Красовчик, по-любому здесь дохера крыс. Ну вот, вот уже первое. На. Как хорошо, что я очень долго ходила по территории, на которой нету крыс. На которой ты можешь делать все, что хочешь, на которой тебя преследуют змеи. Змеи, конечно, убивают немного дольше, чем крысы, но они хотя бы не собаки. То есть ты взял такую монтировку, ударил раза 3-4 по змее, и она мертва. А с собакой ты можешь бороться хоть целую вечность и не победить ее. Так, этого у меня добра предостаточно. Замечательно. Я своеобразным образом даже открыла ящик. Хай, Клаудио. 1988 год прошел. Всего лишь пара месяцев после того, как мы удочерили, установили, ну, взяли свою семью тройню. И, к сожалению, нам придется покидать этот дом. Территория заполняется незнакомцами, мы не можем с ними контактировать. Какая жалость, ведь мне очень нравится этот дом. Даже детям он нравится. Они всегда карабкаются на крышу, чтобы немного поиграть там. Я говорю им, что это опасно, но они не слушают меня. В любом случае, все скоро закончится. Я думаю, что это письмо... Надеюсь, что это письмо дойдет до тебя. Я не знаю, что брат номер один готовит для нас. Брат номер один. Я извиняюсь, это что вообще? Брат номер один. Попахивает каким-то католическим дерьмом, знаете ли. И ведь они с собой даже ничего не забрали. То есть здесь все как было, так и завяло. А я жив. Не верю в это. Даже не мечтала об этом. Я думала, что потеряла его. Я сделала это. Вот это уже попахивает немного странной херней. Давай-ка мы выпьем пивко с тобой и на это место возьмем монтировку. А предыдущую монтировку можно с удовольствием тратить, потому что... Зачем нам, мать твою, две монтировки, да? Я, значит, гонялась за этой бедной монтировкой. Смотри, я главное жив, и вот, кажется, его огрели по голове, пока он писал это письмо, и вот-вот потащили куда-то туда. Думаю, здесь мы скоро встретим труп. Да, там в собачарне. Думаю, как раз в собачарне-то мы трупы встретим. Мне, на самом деле, если помните, нужен скрап-метал. Вот он. Скрап-метал для того, чтобы сделать гаечный ключик и починить, точнее, наоборот, не починить, а убрать заслонку. И тогда я смогу пройти во вход под водопадом. А вот этого скрап-метал здесь валялось, если не ошибаюсь, на каждом шагу. Ну, по крайней мере, в мои времена, во времена, когда я еще ходила и лутала дома, его здесь было, ну, просто завались. А сейчас, естественно, ничего нету. Я очень много скрап-метал оставила у себя позади. Возможно, если мы вернемся на каком-нибудь из локаций, то... Ну, иди.
крысы! Ну-ка, тихо. Все, умерли, молодцы. Ну, о, еще один скрап-метал. Все, кажется, я могу сделать гаечный ключ себе. Да, я могу его сделать, просто великолепно. Там монтировка тоже наполовину лишь, к сожалению, сделана. Это обидно. То есть в скором времени она тоже сломается. Смотри, комната для детишек, помните? Об этой комнате рассказывали. Да, верхние этажи. Сделано. Все, просто рисунок. Это просто рисунок. У меня, кстати, есть даже аптечка. Ничего себе, до сих пор не использую. Ну, то есть ты просто ходишь, смотришь на разного рода рисунки. Ага, ну и наверх можно карабкаться. Но это я обязательно сделаю потом, когда мы с вами еще в собачарню сходим. Нам же нужно найти немного проблем на свою голову, как иначе. Так, нет, не здесь. Мы вот тут, по-моему, подвал находили. Ну, точно. Все, у меня монтировка наготове. Собак нет. Ни одной пока не вижу. Показалось. Господи, это была не собака, это была просто тень. Вот сейчас очко сжалось. Сюда как раз тащили чувака, который очень много писал. Вау. Ну, я не могу взять еду, потому что, да, конечно же, потому что у меня тут все заполнено. О, господи, они просто оставили его так, вверх тормашками, бесчеловечно. Кажется, будто бы дурная шутка. То есть попахивает дурной шуткой. Смотри, она в заперти, собака. И чувака долго, очень долго тащили. Там очень много собак. Похоже, здесь обитали эти люди. Эти люди, это какие люди? Которые расчленяли других людей? Что там было про яд? У меня как раз тут есть яд. А, я, кажется, знаю, для чего нам эта банка. Кажется, нам нужно отравить одну из собак. Пипец, их там, смотри, они как чужие. Мне даже страшно находиться здесь. Чёртовы собаки, вы не могли бы заткнуться? Ага, ну да, смотри, точно его нужно накормить. Собаки сводят меня с ума. Вот, да-да-да. Фух, нужно исследовать, блин. Найс. Смотри, она подохла, кажется. Shaped keeping, да. Ясно. То есть я забрала какой-то суперключ, который, возможно, мне в будущем понадобится. Сейчас он мне нахрен не нужен. Но знаете, у меня очень много ключей в инвентаре. Я бы, на самом деле, с удовольствием сейчас добежала бы до башни и посмотрела, смогу ли я выпустить того мужика. Если да, то он будет мне невероятно благодарен. Я сделаю еще один квест. Я не уверена, как он называется. Понятно, один ключ явно от фермы. По-моему, здесь собака, помните? Коричневая собака, которая нас первый раз выследила. Начала атаковать. Ой-ой-ой. Если это действительно она, то я сейчас ей прям монтировка поговорю. Но у меня монтировка-то уже заканчивается. Я думаю, что надолго мне ее не хватит. Ой-не-не-не, падать не надо. Темно и сыро, как, прям как в колодце, в котором я была. Это нельзя? Черт. Может быть, тот, кто вышел из этого колодца, помер где-то здесь, рядышком? Может быть, сохранится в нем? Так, что-то у меня подозрение, что вообще-то не здесь. Судьбу внезапно запрыгнула в колодец. Вдруг там какой-нибудь монстр уже поселился. Я такая, здравствуйте. Не хотели бы вы перекусить? Вот вам доставка на дом. Не Макдональдс, конечно, но тоже вполне себе фастный фуд. Собака заметила какая-то. Черт, я даже не знала, что тут есть собака. Ну, в смысле, я слышала, но мне казалось, что она далеко от меня находится. А теперь она преследует меня. Не оборачиваться я не буду. Пусть бегает там, что хочет. Просто по пути нарву цветочков, ну, чтобы, если что, аптечку можно было сделать. Все. Найс, она, кажется, потеряла меня из виду, но, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Где-то здесь тоже есть костер. Вот он. Он все еще паникует. Да, но я, кажется, нашла твой лагерь. Мои друзья, они где? Они в порядке? Извини, они мертвы. Черт. Почему они делают это с нами? Послушай, вытащи меня отсюда. Мне больше ничего не важно. Я просто хочу поехать домой. Ну хорошо. Please, это все, что я хотел тебе сообщить. Думаю, может быть, у меня есть ключ. Ну тогда у нас вроде как всего одна цель осталась. Идти в сторону вышки. Мне на самом деле понравилось, как он быстро забыл про своих друзей. Мол, типа, ты не знаешь, какие мои друзья? Ты их не видел? А, к сожалению, они умерли. Черт, очень жаль. Ну, в общем-то, мне насрать. Просто вытащи меня отсюда. Просто сделай все, что в твоих силах, чтобы вытащить меня отсюда. Вы слышите? За мной гонится дровосек. Я не хочу оборачиваться. Мне кажется, что это мой конец. Блин, как он здесь оказался-то вообще? А я как здесь оказалась?
Я не очень поняла. Это был очень долгий путь, и знаете почему в главной степени? Потому что я банально не помню, как идти сюда коротким путем, поэтому мне пришлось обойти все вокруг, сохраниться на разных сохраняшечках и вернуться сюда. Так, мы пока сохранимся тут еще разочек и сможем наконец-то скрафтить ништяк. Гаечный ключ. Он нам нужен. Упс. Я думаю, что я теперь это полностью сломала. То есть я бежала сюда с починенным гаечным ключом, что ты мне просто-напросто сказала «Упс, кажется, теперь я это полностью сломала». Я и так могла сюда пройти, серьезно, черт возьми. Так могла сюда пройти. Блин, это сейчас это обидно просто было, безумно обидно. Портируемся в Пайнвуд, если что, в любом случае можем всегда оказаться снова здесь. Так, ребяточки, давайте без догонялок. Ну, в смысле, с догонялками, но чтобы меня не догнали, я была бы очень за это благодарна. Подтягивайся, хорош, вот там есть еще один. Забег, я верю в тебя. Ох, найс. Естественно, змея. Кто еще здесь может быть, чтобы отравить меня, чтобы я стала смертельно больна? Здесь обязаны были добавить змею. О, смотри, я пока могу. Нет, пока не могу. Туда не пойду. Там 100% мужик с косой. Давай. Отлично, просто вот так. Что же делать с этими собаками? По-моему, вот тут я могу забраться. Давай. Три грёбаных собаки. Нет. А вы понимаете, что я отсюда просто не поднимусь обратно? И сохранение было в жопе на рога. Ебать! Ну, в квесте провалюсь, потому что за мной бегают собаки, а я не знаю, куда здесь нужно бежать. Эти умные твари, еще я бегать все умею. Ну да. Преследователи суровые. Но вот здесь они точно не должны перебраться. Глупые собаки. Рашид, я нашла Рашида. Рашид? О, черт. Этого не может быть. Почему? За что? Может быть, ты был придурком, но ты этого не заслужил. Итак, у него, наверное, была еще одна карта. Да, ну да, он сидел прям в колодце рядом с собой. Еще раз сохранимся, потому что я прям не могу нарадоваться. Давайте посмотрим, Рашид из наших друзей это кто? Это вообще... Третий, что если я где-то пропустила еще разу. Здесь есть собаки? Нет, я не вижу здесь собак. Слава тебе, господи, наконец-то, неужели они закончились? Хотя я боюсь, что я слишком на многое рассчитываю, да? Угу. Ладненько, но мы хотя бы очень близко сохранены. Просто настолько близко к цели я не была еще, по-моему, ни разу. Шикарно. Find the Coastal Tower, да, я нашла ее. А по квестам что? Да, вниз по лестнице, помню. Вниз. That's the coastal tower marked on the map. Да. It must be the way to get down from here and reach the shore below. Think. Короче, говорит. It can't be so simple to cross it. Не может быть так просто, чтобы ты типа прошел и все, и готов. Короче, она говорит, это та же самая башня, которая отмечена у меня здесь. Давай, думай. Короче, наверняка она говорит, это не так просто, как тебе может показаться. Думаете, стоит туда вообще идти или нет? О, смотри, там еще что-то есть. Там еще какой-то домик. Милый маленький домик. Давай, я уверена, что нужно сюда. Естественно, потом вот сюда. И сюда. Интересненько. Смогу ли я сюда запрыгнуть? Зачем мне на самом деле туда? Если можно... если можно было просто подняться наверх. Серьезно?
серьезно? Ну, типа, я просто повыше поднялась по скалам, чтобы это было попроще. Ладно, но вот здесь мне не выжить. У меня проблемы были с этим еще на кирпичах. Тихо, тихо. Две маленькие, вонючие деревяшки. Зачем они придумывают их в этой игре? Как будто бы она и без того не сложна. Как будто бы и без того здесь мало геморроя. Чтобы потом еще карабкаться по деревяшкам, по разным маленьким, у которых даже главная героиня не то, что жопа, даже левая нога не может поместиться. Зачем? Зачем это делать? Зачем? Если ты хочешь искусственно усложнить свою игру... Я ненавижу еще больше собак! Я ненавижу эту игру! Я ненавижу эту игру. Вот сейчас надо быть прям... предельно крутой! О да, о да, о да, о да, о да, я добралась! До вершины башни, наконец-то, вот еще один какой-то чувак тоже вот добрался сюда и написал, наконец-то, 1 мая, наконец-то они поняли меня, ну черт. Гребаные крысы, вы че? Откуда вы тут? Выбежали такие простые вообще. Еще одна, вас там миллиард. Ой, блин. Блин, тупую крысу, давай еще раз сохранюсь, потому что, ну что это, нифига себе, можно сжечь? Крысь! Ты издеваешься? Может быть, там их еще 10? Может быть, мне просто взять и спалить нахрен этот замок? Ну, по крайней мере, меня радует, что эти крысы нашли меня гораздо быстрее, чем я нашла этих крыс. Потому что иначе была бы жопа. Так, что мне нужно, это я забираю. Говорит, рабочие, скорее всего, догадываются о нашем плане, я боюсь, что... Они раскусят нас. Может быть, мне поесть или, я не знаю, может быть, мне сломать эту штуку. Давай я, наверное, сломаю вот эту штуку. Мне, я так подозреваю, делать здесь нечего, да? Ниже здесь уже не спустишься, только лишь лазая по деревяшкам, конечно. Чтобы разбиться, потому что сохранение было на вершине этой башни и тому подобное. Ага, конечно. Здорово. Ну, знаете, вот эта карабка не хотя бы не столь сложная, сколько было в той башне, чуть не свалилась, забыла, что налево пути никакого нет. Ага, и здесь, наверное, нужно, ну точно, карабкаться вот по таким штукам. Найс. Ага. Вот, здесь я вижу. И здесь вижу. Совершенно случайно, кстати, увидела. Найс. Сохранение. Здесь есть сохранение? Пожалуйста, скажите, что да. Я детектор. На самом деле, не буду возвращаться за той монтировкой. Она, конечно, может быть, могла меня дальше спасти. Но нет. Еще один доклад. Вау. Я спустилась. Все? Достигла какой-то великой цели? А сохранение будет? Я бы на самом деле сохранилась, и все, я бы прям закончила бы эту серию прямо здесь и сейчас. Значит, где-то рядом есть костер. Тут еще вон что есть. Быстрый телепорт. Костер. Пожалуйста, я боюсь туда ходить. Мне бы сначала сохраниться. Давай, 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 костер, я верю в тебя. Блин. Щитти крэп! Ворота. Костер. Так, ребят, я сохранилась, и на этом мы, пожалуй, серию закончим, потому что у меня просто сил уже не хватает. Я от этих собак сейчас минут 40, наверное, бегала, прежде чем пробежала все-таки вправо и удачно сохранилась. Всем еще раз большое спасибо и всем пока. С вами была Ева и Дайянг.